Последние независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» Пол Уорвик и Маркус Ричардс собираются уйти в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Свое решение объясняют срывом программы по реформированию НАК и вмешательством в его работу. Напомню, ранее в отставку также ушла глава НАП-совета «Нафтогаза» Юлия Ковалив и один из независимых директоров.